Думаю, надо взять паузу в утренних прогулках, а то просто получается день сурка. Правда, мы дороги хотя бы сессии разные выбираем, чтобы Альцгеймера не было. Шучу, конечно. Ну, надеюсь, выбираться почаще. Снег, зараза, тяжелый, тает. Но гулять очень приятно. Зай, пойдем. Пошли. Пойдем. Идем сюда. Не упремся. Сейчас мы выберем себе дорогу. А, если хоть дрожать. У нее комбез теплый, только что с батареи снят, с радиатора. Пойдем, быстро. Но при этом она еще что-то из себя изображает. С ней основная сложность, что Евген говорил, что она не слышит. Это проблема йорков. Плохо слышит, плохо видит, зубов нет. Что за человек такой? Смотрите, она нормально уже пошла в другую сторону. Ей важнее. А вы спрашиваете, почему я с Ирисой не гуляю? Ириса вообще не про это. Летом она еще готова кое-как погулять. Зимой нет. Давай-ка это. Ты устраиваешься здесь. Стой, все, давай. Извинись. Давай, зай. Гулять надо. Движение жизнь. Пошли, быстро. Что за время? Быстро. Ась, ну кому сказал? Сейчас. А вот здесь на территории такой маленький садик, где они держат растения, а потом рассаживают их, сажают на территории. Так что он работа уже полным ходом идет. Елку какую-то сажают. Ася пошла куда-то. Сразу при въезде в поселочек стоит детский сад. Это какая-то детская развлекуха. Задали вопрос, одна из подписчиц задала вопрос, сколько это стоит. Средний домик. Я посмотрел в ЦИАНе. Здесь предлагается порядка 190 домов. Ну, большинство из них дублируются. Ну, наверное, домов 30 продаются. Но ценник какой-то зашкаливающий. По сравнению с тем, что раньше было. Самая низкая цена, которую я увидел, по-моему, 39 миллионов, 42 миллиона. Ну, а дальше-то уже зашкаливающее было. Там, типа, ближе к 100 миллионам. Что значит зашкаливающее? Ну, там большие метражи, у кого-то бассейны. Это понятно, что, наверное, этих денег стоит. А может, народ уже пересчитал по курсу и решил, что пора стоимость повышать. Не знаю. В моем понимании это, конечно, сумасшествие. Так, ладно. Стройки. Вот этот дом на въезде стоял лет 5 пустой. Нормально продали. Ну что, короткий тур по квартирам? Надо все проверить. Что, в родном райончике? Пойдем проверять, что да где, как.
Эту квартирку мы когда-то вам показывали. 1.5 года назад, когда ремонт заканчивал там. Сейчас надо заскочить к Наташке, к Женьке. Вот Женькину квартиру безремонтную я покажу. Ему, пусть он посмотрит. И то, если он смотрит мои влоги, увидит. Если нет, ну и до свидания. Ну, тут во всю жизнь идет. Пока Евгений в своем Дубае пропадает, тут он... Все заселили уже, и ремонт закончили делать. Лифты пока еще такие технические все. Ну, в принципе, пока все живо, судя по холу. Правильно пробежался, посмотрел, чё, кто какие ремонты делает. Сразу двое рабочих на меня напали. Взял телефон. Ну, здесь все нормально. Все как было, тихо, спокойно. Туалетная бумага. Если помните, мы стены раскладывали. И тяжелое московское небо. Вот здесь огромную стройку устроили. Вот это я даже не знаю, что это такое строится. Кусочек Москва-Сити. Баррикадная. Ну вот. Евгений Николаевич, если смотрите мои влоги, так что, может, вам будет интересно. А, вот следы. Это мы так стены строили. Это типа должен был быть санузел. Это типа кухня. Спальня. Смотри-ка. Какие стены мы возвели. Смешно. Ну, чем не Дубай? Это бульвар Карбышева, где мы периодически прогуливались. Что? Ани вот дома, к сожалению, нет, а могли бы ей помахать. В гости могли бы к ней зайти. Но они вчера Хэллоуин отмечали. Поэтому визит отменяется. Аня! Аня!